и гости канала «Люблю готовить сама». Меня зовут Лидия, и сегодня я для вас приготовлю закуску из свеклы с творожным сыром. Закуска получается просто бомбическая. От одной красоты просто текут слюнки. Ну что, дорогая, начинаем скорее ее готовить? Поехали! Ура! Поехали! Для начала подготовим начинку для нашей закуски. Я беру творожный сыр. У меня примерно здесь 150 грамм. В творожный сыр я отправляю чернослив. Чернослив я отправляю по своему, по вкусу. Я люблю, когда у нас побольше. Далее я добавляю оливковое масло. Ну, примерно где-то 1 столовую ложку. И по вкусу черный перец молотый. Далее все вымешиваем в однородную массу. Итак, начинку для закуски я подготовила. Далее я беру свеклу, я ее заранее отварила. И нарезаем тонкими вот такими слайсами. У нас здесь где-то даже чуть меньше, да, 1 миллиметра. Итак, свеклу я нарезала тонкими слайсами. На каждый слайс, на один бок, выкладываем начинку. На самом деле количество продуктов зависит от количества творожного сыра. Сколько у вас творожного сыра, столько уже вы добавляете по своему вкусу чернослив, специи. Ну и, соответственно, свеклы понадобится столько, сколько у вас начинки. Далее мы аккуратненько сворачиваем в такие половинки. У нас получается вот такая долька. И каждую дольку я обваливаю в фисташках. Вот такая необычная закуска у нас получается. Фисташки у меня соленые и обжаренные. Красота, дорогая? Красота. Ну что, дорогие друзья, мы приготовили нашу вкуснейшую закуску. Как всегда, необычно. Согласна, дорогая? Согласна. А слюнки-то пойди тихо уже, да? Уже так и хочется. Интересно, интересно. Необычно. Свекла с творожным сыром, с орешками. Ну что, будем пробовать? Однозначно. Держи, дорогая, все для тебя. О, какая красота. И я беру 1 закусочку. Ой, вообще прям истинное удовольствие. Тоже главное быстренько. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Очень вкусненько. Вкусно. Дорогие друзья, закуска просто бомбезная. Творожный сыр, чернослив. И плюс фисташки у нас солененькие, да? Свекла сладенькая. И все в сочетании просто изумительно. Вкусненько, вкусненько. Рекомендую такую закусочку. Свекла с творожным сыром. Класс. Сколько у нас с одной свеклой получилось? Ну, у нас получилось 150 грамм творожного сыра. 1 свекла небольшая. И у нас получилось 12 вот таких вот закусочек. Ну, хорошо. Ну, все как всегда. Сколько сыра, столько будет и закуски. Свекла, все остальное всегда найдется. Просто белиссимо. Просто... Согласна. Эх, бокальчик бы шампанского к закусочке. Давай заканчивать-то пошли. Ну что, дорогие друзья, я сегодня поделилась с вами еще с одной необычной закуской. Закуска действительно готовится очень быстро, просто оригинально. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока. Ой, Ира вообще прям... У меня страсть вкусной еде. Когда вкусно, все сама не знаю. Еще и необычно. Ну все, я ушла, тарелку давай.